Всем привет! На связи теплые, обласканные солнцем Ессентуки. Приглашаем вас на матч 4-го межрегионального турнира группы В высшего дивизиона национальной студенческой футбольной лиги. Заброс и доходит эта передача, но здесь в одиночку нужно решать. Спокойно реагировали. Давайте еще раз посмотрим на повторе. Вот передача проходит на Киева, ну и в роли статистов. Вот так гостяк показывает себя москвичи. Тем временем номинальный спрос. Вот здесь вот может опять опасно получиться. Штанга! В этой ситуации очень неприятные атаки. Получается, вот здесь вот можно Бондаренко решать. Ход эпизода пробить! Иван Киев устремился вперед. Передача через все поле. Ну как же это доходит? Динамик, немного движения, темпа, ритма. Есть подача в штрафную. И вот здесь. Расстреливали уже буквально. И вот здесь дальний удар может опасный получиться. Эффектно убрал. Ну и здесь уже МГТУ разыгрывает. Вложился, вынес подальше. И вот атака москвичей очередная. Ну, здесь уже сообразили на двоих Киев и Билан. Очень расслабленно. Еще раз мы смотрим. Ну, Билан, а? Ранняя замена. Подача в штрафную. И вот как раз-таки Захаров сейчас с мячом в штрафной. Афанасьев. Чувствую, здесь даже шансов-то особых не было. Выверенный, спокойный удар Эдуарда Афанасьева. У МГТО. Здесь Киев штрафной. Не может пока найти свою игру команда из Якутска. Но здесь вот Квы пока обходится без замен. Ну, можно рассчитывать на то, что угловой есть подача, и вот здесь вот опасно. Решили поменять атаку. Вот и пожалуйста, не разобрались. Свой шанс, Альберт, давайте еще раз посмотрим за этим розыгрышем. Неудачно сыграл здесь. Подача в штрафную. И... ну да ладно, потом разберемся. Целюкова-то мы знаем из тысячи. Сольный проход Эдуарда. Плоси и длиннющая передача на Бондаренко. Бондаренко переигрывает. Вахитов. Передача на Икрамжонова, но... Артем Тарасов по-капитански запустил мяч. И вот здесь... как опасно может получиться! Угловой. Здесь подача на газоне, там Тарасов. 2-2. Трудовая ничья, камбэк.